Борьба с лесными пожарами на Ямале продолжается. Сегодня в Салехарде в режиме видеоконференц-связи со всеми муниципалитетами глава арктического региона Дмитрий Кобылкин провел заседание окружной комиссии по предотвращению ЧС на территории округа. На сегодняшний день более 200 пожаров на площади свыше 18 тысяч гектаров уже потушено. Привлечено из числа ямальцев и специалистов из других регионов около 900 бойцов-огнеборцев. Подразделения работают слаженно и с максимальной отдачей. В данный момент зарегистрирован 91 очаг возгорания на общей площади 79 тысяч гектаров. Очаги открытого горения – 2000 гектаров. Остальная площадь находится в состоянии тления. Силы противопожарных групп направлены на оперативную ликвидацию чрезвычайной ситуации. Ситуация под контролем находится, под оперативным штабом. Работа проводится. То, что привлекли своевременно силы лесоохраны и помощь оказали другие субъекты федерации, оперативное реагирование положительно складывается на данной динамике, идет на уменьшение открытого горения в том плане. Угроза населенным пунктам не отсутствует. В городе Губкинском очагов возгорания не зарегистрировано. Напомним, что с 28 июля по 26 сентября введен запрет на разведение костров в границах города, а также на проведение пожароопасных работ на территориях, прилегающих к лесу и вне города. В случае обнаружения природного пожара необходимо срочно сообщать в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Номер телефона 528-27, код Салехарда 349-22. Или по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Или в окружную пожарно-спасательную службу по телефонам 101 и 112.